Я буду проповедовать сегодня тоже из этой же недельной главы, потому что мы стремительно приближаемся к празднику Шавуот. И я думаю, что все наши проповеди в основном такие строящие или настраивающие. И мне очень понравилось, как Марк подвел это. Бог считает своих. Абсолютно, абсолютно с этим согласен. И вы знаете, Бамидбар, ну, те, кто спецы у нас в иврите, Бамидбар, Мидабер, Бог Бамидбар, Элухи Бамидбар, Мидабер, Бог разговаривает в пустыне. Почти все значительные вещи с великими людьми случились в пустыне. Даже Иешуа был испытаем, и он там слышал разные слова. Он слышал слова не только Божьи. Сатан его там тоже испытывал, но это тоже было все от Господа. Поэтому, когда мы проходим самые различные обстоятельства, здесь не надо сильно напрягаться, а просто пытаться понять, что же происходит. Какой-то аккаунт, какое-то счисление внутри меня. Очень-очень мне понравилось, как Марк сказал свое слово. Я буду говорить из этих же глав. Это первая, вторая, третья часть четвертой главы книги Бамидбар. И я буду говорить, сделал три маленьких урока. Во-первых, Маш, что-то очень, ну, как бы, я не знаю, для меня было интересно, я когда изучал это, я скопировал все эти исчисления, сколько сынов Рувимовых, ну так, по числам. Потом подумал, нет, так плохо видно. Сделал в Excel табличку, чтобы цифры подогнать, посмотреть. И там была такая интересная тема, что когда Бог пересчитал каждое колено отдельно, Он их растусовал. Помните, когда у Иосифа родились два сына, и позднее Иаков ввел их в число колен Израилевых, то получилось как бы уже не 12, а соответственно 13 колен. Помните, да? Так как бы меня всегда вот, ну, как бы интересовало, что это он разбил вот это вот особенное число 12. Ну а вот здесь как бы поясняется почему. Потому что левиты оказались в середине, а Господь по 4 колена, по 3 колена с каждой стороны поставил, по 3 колена, 4 тройки. 4 тройки он поставил с разных сторон и как бы окружил левитов. И здесь сказано, пересчитай всех, только левитов не считай, потому что их задача служить мне, а все вот эти вот 4 тройки по 3, они должны обслуживать, или даже неправильно я сказал обслуживать, а сотрудничать с левитами, потому что вместе можно выстроить божественное поклонение. И здесь есть много интересных вещей. Во-первых, Марк абсолютно верно заметил, что первый пересчет был, когда народ Израиля вышел из Египта. И это записано в Исходе в 12 главе, в 37 стихе. Там написано, было 600 тысяч людей старше 20 лет, по всей видимости, которые способны к войне. Там не учитывались ни дети, ни женщины, наверное, не пожилые. Если мы смотрим здесь тоже, написано в 18 стихе 1 главы чисел, сказано, исчисли по родословиям, по родам, по семействам, по числу имен от 20 лет и выше. И дальше пошли номера, то есть в каждом колене было по-своему самое многочисленное. Это было колено Иуды, и там как бы разные числа прыгают. Второй был Дан, и по-разному. Но если соединить все эти номера, числа людей, то получается 603 550. То есть при выходе из Египта было 600 тысяч, здесь 603 550, чуть-чуть больше. То есть, слава Богу, не меньше. И это уже ситуация пересчета, это не возле горы Синай. Просто это параша читается перед Шавуотом, но
примерно то же число стоит здесь. И вы знаете, вот когда я изучал, во-первых, само собой разумеется, что священные писания могут каждому давать свои впечатления, интерпретации, понимания. И как говорит Новый Завет, то, чего ты достиг, в том пребывай и двигайся. Если надо будет Богу, Он тебе будет открывать дальше. Но я вам хочу сказать, какую интерпретацию в сердце я получил. Если мы смотрим, как Бог особенным образом сделал связки по три. То есть было четыре связки по три. Под знамя Иуды он также поставил Звулона и Иссахара. Если вот последующие, ну, эту главу и следующую читаете. Под знамя Рувима он поставил Шимона и Гада. Под знамя Эфраима он поставил Менаше и Беньямина. Под знамя Дана он поставил Нафтали и Ашера. То есть он как бы распределил. И вот эти вот тройки, стоящие кругом, а внутри находились левиты, по сути, каждая тройка, это были люди с, или колено с абсолютно индивидуальными дарами. Если мы читаем в Писании, то когда благословляются дети Иуды, говорится: «Иуда, твой глаз будут слышать далеко». Когда говорят про Звулона, то это были, это мы живем в колене Звулона, это люди, которые были, должны были радоваться в своих делах. И они тут с кораблями плавали, добывали деньги. А Иссахар, он изучал Тору, он радовался в том, что изучал Тору. То есть, смотрите, какая интересная тройка. Одни с сильным глазом, которые занимаются какими-то делами и изучают Священное Писание. Это стоит один блок, который стоит с одной стороны стана Левия. Другие, Рувим, про него сказано, что «Живи, Рувим, и не умирай». И пусть ты не многочисленен, если мы дальше читаем. То есть у Рувима была какая-то внутри, это была характеристика, жизненная сила. В свое время у него был серьезный скандал со своим папой Иаковым. Помните, когда он там накосячил, по-русски говоря. И, по всей видимости, его отодвигали в сторону. И потом были первенцы Рувима, которые конкурировали с Моше. Но мы видим, что у Рувима была вот эта жилка. Он все равно выживал. И Рувим идет в связке с Шимоном, про которого говорят, что он был дерзновенный, смелый, дерзновенный. И Гад, который был очень трудолюбивый земледелец. То есть один живучий, другой терпеливый, а третий дерзкий. Один дополняет другого. Очень странные связки. Если мы смотрим на Дана, то про Дана написано, что он лев, то есть динамичный. А про Нафтали, что он берется и управляет чем-то. А про Ашера, который тройкой составляют, он прославляет, то есть его сердце наполняется елеем. Там про елей сказано, но я как бы интерпретирую. Елей это что-то. Короче говоря, когда Господь кого-то куда-то направляет, Он всегда выстраивает так, что не один решает все вопросы. Это тот урок, который я черпаю. А когда в единстве один дополняет другого. И вот в этих вот вот в этой первых двух главах книги Бамидбар, по крайней мере, для меня было просто даже какое-то облегчение. Я вам честно скажу, что мы немножко с семьей подустали за время онлайн-трансляции в течение последних двух месяцев. И понятно, и Марк, и Миша, и другие помогали нам, Илья, но очень много было на нас. Но Писание говорит нам, что когда мы двигаемся вместе в единстве, то каждый имеет свой дар, когда мы можем дополнять друг друга, и вместе мы можем выстраивать просто огонь, огонь, восходящий к небесам. И для меня это было облегчением, когда я учил вот эту главу, чтобы проповедовать сегодня, чтобы сказать: «Хевре, мы должны быть
один возле другого, не сильно, то есть нам важно учитывать плюсы и минусы каждого, но важно понимать, что каждый из нас одарован соответственно ему. Но для того, чтобы вот в этой поместной части, а кто-то там, живущий в Москве или в Киеве, или неважно где, соединен с другой частью, чтобы один дополнял другого. И тогда огонь Божий может возноситься вверх, и тогда счисление до и после. Может быть, там не будет больших ростов, но там всегда будет положительно, без потерь, и там всегда будет славословие и огонь, который поднимается к небесам. Если мы читаем последнюю главу этой недельной главы, там есть, когда у Леви разделили по коленам, и каждому колену бы достался своя часть. И там были сыны Кафовы, помните таких? Так вот, про них сказано, что они должны были заниматься самыми священными вещами, которые находились в святое святых, но они не должны были смотреть на это. Там даже написано: «Пожалей сынов Кафовых, чтобы они не умерли, и пускай сыны Аарона закрывают эти вещи, а сыны Кафовы только чтобы носили, то есть чтобы не видели их». То есть Господь учитывает дары каждого из нас. И я хочу говорить эти слова нашей общине в данном случае, в первую очередь, но и всем тем, кто слушает нас дальше. Вы знаете, нам нужно уже съехать, и слава Богу, мы были всегда лишены, ну, особо не страдали от того, что тот лучше, тот хуже. У некоторых это было, но это настолько неправильно. И Священное Писание постоянно, они провозглашают вот эту силу ахдута, единства. И когда Господь Бог дает Тору, я сейчас возвращаюсь вот к этим событиям, сфератом и дарование Торы, то по сути, когда Господь давал народу Тору, это было новое откровение для принятия божественного устройства и порядка мира. Потому что, когда народ воспринимал слова заповеди, он не только воспринимал то, что он понимал, но Божий руах, Божий дух вкладывал в сердце израильского народа также невыразимые речения. Но все эти речения или Тора – это нечто, что делает все творение правильно выстроенным, живым и движущимся по воле Творца. Я слышал одну интересную параллель, и эта параллель говорила так, что как кровь в теле человека, так Тора или уставы эти в Божьем творении, они дают ему двигаться правильно, и в правильной динамике, в порядке развиваться. И вот, когда была дарована Тора народу Израиля, он стал участником этой божественной динамики. И интересно, что когда мы читаем в Новом Завете, многократно, особенно Павел, использует слова «домостроительство Божие». Помните такие слова? «Домостроительство» – это то же самое, это Тора или устройство, которое должно правильно, соразмерно развиваться. А в другом месте написано, что Святой Дух, Руаха Кодеш, Дух порядка и устройства. То есть мы как раз находимся вот перед этим временем, когда мы будем праздновать Шавуот. И это обновление в нас, этой особенной связи с Богом, в котором есть порядок, устройство, что мы становимся шутафим, соработниками Творца в провозглашении этого порядка. Но это может срабатывать только если мы один с другим в единстве, где мы доверяем Богу, что наши дары, они вместе работают. Не тот или тот, или тот, или тот, или тот лучше, круче и сильнее. Потому что вот именно для библейского общества один в поле не воин. А когда мы вместе в единстве, и не надо, чтобы мы могли там соглашаться по каждой вещи. Писание настолько богато, что это сложно согласиться по каждой вещи. Но чтобы у нас был кого-то дадить,
чтобы у нас было обоюдное уважение. И тогда это даст большой плюс, движ, силу телу Господа и развитию. Вот такой вот первый урок у меня был в голове. Интересно, что в свое время Иешуа сказал своим ученикам, примерно на ту же самую тему, чуть иначе, он сказал так. Сатан просил сеять вас, как пшеницу, помните? Но я молился тебе, он говорит Петру, чтобы ты соединял всех, и чтобы вы были едины. Тогда вы будете очень сильны. И вот здесь вот, когда я читал вот эти вот списки колена Рувимова 46500, Симеонова 59300, Гадова 45650 и так далее и тому подобное. И вот эти вот их индивидуальные дары, числа и дары, количество, проценты, ну, уже дальше глубже я не вникал, но один дополняет другого. Именно вот в этих комбинациях, и мы доверяем, что все от Господа. Как мы женились от Господа, каждый доверяет, не сомневается, о, я по ошибке тебя взял. Нет, мы знаем, что все совершилось, печать, расписались, все, вперед сейчас только идти, исправляться, притираться. Но зная, когда и делая это, когда вместе, ты приходишь к результату, когда начинаешь говорить, о, у меня больше, у тебя меньше, я такой, я другой, все разваливается или напрягается. То же самое здесь, когда мы строим тело Господне, домостроительство это. И когда мы уважаем один другого, мы просто видим подъем и силу. Это вот такой вот первый урок. Павел, еще про это. Павел, пишет римлянам, и я всегда, ну, когда изучаю послание Павла, у меня всегда ощущение, что он, в основном он всегда писал в общины, которые поднялись не в Израиле, а где-то в языческих местах, там, в Риме, в Ефесе, в Коринфе, в Галатии, то есть в местах, в которых было совершенно чуждо было еврейский образ мысли. Но у Павла всегда была масса мудрости взять вот библейские уроки Торы и интерпретировать их для язычников. И вот он делает то же самое, вот то, о чем я вам сейчас говорю, он делает римлянам, он говорит, умоляю вас, братья, 12 глава послания к римлянам, милосердие Божие, все вместе предоставьте себя в разумную, живую жертву свои тела, не сообразуйтесь с этим веком, но думайте о себе нормативно, вот как вот эти вот колена вокруг. И он говорит, в каждом теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Но когда мы поддерживаем один другого, мы просто поднимаемся вверх. Короче, это урок номер один. Стоять за единство и развивать это, укреплять это единство, тогда мы увидим много благословения. Первая часть. Часть номер два на сегодня. Я его, эту часть обозначил тоже стихом из Коринфян. Хоть мы будем читать следующую главу, третью главу чисел. Итак, стих из Коринфян. Так называется этот урок второй, 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников в Мессии, но немного отцов, я родил вас в Иешуа Машехе благовестием». Ну, все понимают, про что здесь написано. Павел говорит людям в Коринфе, у вас там целая куча учителей, вы многие смотрите разные семинары через YouTube, и вам нравятся те учителя и другие, все это, но, говорит, я к вам имею другие чувства. А сейчас мы идем читать из Торы. Это числа 3 глава, первые 4 стиха, ну, я, может, меньше прочитаю. «Вот родословие Аарона и Моше, когда Господь говорил Моше на горе Синай. И вот имена сынов Аарона. Первенец Надава, Виуд, Элиазар и Тамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных,
которые он посвятил, чтобы священнодействовать. И дальше рассказывается про Надава и Авиуда, которые умерли, и начинается дальше рассказ и разделение всех Аарона, детей или левитов по разным священиям. Вы знаете, какой есть стандартное толкование, которое Раши? Раши один из очень мудрых раввинов, который жил когда-то во Франции, дает на этот стих. Он говорит, смотрите, что за ерунда здесь, когда мы читаем этот текст. Здесь говорится, вот наследие или роды Аарона и Моше, а перечисляются только дети кого? Только дети Аарона. А чего дети Моше не перечисляются? Интересно, что в Писании там и здесь есть несколько упоминаний о детях Моше, но так, там один был гизбаром при храме, один еще там был где-то, но это нужно выкопать, чтобы увидеть, что это дети Моше. А здесь перечислены все дети Аарона. Так что интересно, Раши говорит такие вещи. Он говорит, кто кого-то учит вот этой книге, тот тому и становится отцом. И поскольку Моше учил и Аарона, и его детей, то он здесь представлен, как и Аарон, отцом для детей Аарона. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть преподающий слово, чтобы человек возрос в сыновстве Богу, становится, по сути, отцом. И вот здесь, как бы, я прочитаю еще пару стихов из 3 главы чисел, 12-17 стих. Он говорит, все первенцы мои. И сказал Моше, Господь Моше в пустыне Синайской, исчислил сынов Левия по семействам их и по родам, и исчислил. И вот сыны Левины по именам их, Гершон, Кааф и Мерари. И так, короче говоря, здесь как бы суть, это не только чем эти сыновья занимаются, а вот именно позиция Моше, хоть про Моше только чуть-чуть написано, вот он становится их отцом, потому что учит их. И вы знаете, если вернуться в текст из послания Коринфянам, который я прочитал, много у вас наставников, но мало отцов, это 4 глава 1 послания Коринфянам, то там Павел разбирает, я хочу прочитать немножко из этого текста, и он говорит так, каждый должен, я читаю сейчас 1 глава Коринфянам, с 4 главы. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Мессии и домостроителей тайн Божьих. А домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть здесь он говорит такие вещи. Люди, если вы участвуете в строительстве Божьего Царства, для Бога важен не ваш ум, а ваша верность. Верность превыше ума. То есть, вот когда на работу человека берут, то смотрят на его способности. Ну-ка, сделай там тест, пройди собеседование, как ты с этим управляешься, как с этим. Господь говорит, мне важна верность, я дам вам ума. Помните Соломона, когда Господь призывал его, он говорит, не надо ничего, я прошу тебя. То есть Бог, от Бога ум, мудрость приходит от Бога. Но то, что есть в нас, это та часть, которая называется верность. Это перед Богом важно, это важно в наших домах. Что важнее в семье? Умный муж или умная жена, или попроще они оба, много зарабатывают, мало, если они верны друг другу, все остальное оно устаканится и станет в правильном формате, и будет все ко благу и все в плюс, потому что когда есть верность, есть радость. И вот здесь Павел говорит, он говорит, вот я отец для вас, ну, он как бы делает вот эту интерпретацию опять, он, Моше, или каждый из лидеров, или каждый из нас, быть как Моше, верным, ты верен. Ты можешь иногда напрячься,
ты можешь с кем-то цапнуться. Мы по жизни все живем одинаково. Но если мы верны, мы можем закрывать глаза на самое огромное количество ошибок. Я могу дать вам очень интересное свидетельство в своей жизни. Я уже перешагнул 50. И больше чем 25 лет, или 24 года, или 25 лет, я уже точно не помню, для меня является как бы таким духовным отцом Эйтан. Вы знаете его. И я не такой уже мягкий и пушистый. И было много раз, когда я какие-то вещи делал не так, как он предполагал. И иногда это шло мамашу вразрез с нему. Но я готов свидетельствовать перед любым человеком, что он всегда, даже когда у нас были натянутые отношения, слава Богу, это не так, но были периоды, всегда оставался верным. Всегда оставался верным. Это мое личное свидетельство. И Моше, вот в числах, он говорит: люди, я вас учу слову, я верен вам, проявите эту верность. У вас придут способности, у вас придут порядок. Будьте верны. Верны всякому делу, особенно Божьему делу, за который вы беретесь. И дальше Павел в этой же 4 главе 1 послания Коринфянам говорит: для меня очень мало значит, как вы судите обо мне, или что говорите обо мне. Я за собой что-то вижу, что-то не вижу. Пусть Бог все открывает. Вы знаете, это он по-другому как бы говорит. Люди одни ругаются, другие льстят. Это всегда случается. О, какой ты крутой, или о, какое ты ничтожество. Он говорит: мне важно делать то, что я чувствую пред Господом. Верность и вот путь, по которому я иду. Я пропущу здесь несколько стихов с 6 по 9. А дальше он говорит странные слова. Он говорит: мы безумны ради Мессии, а вы мудры в Мессии. Мы немощны, вы крепкие, вы в славе, мы в бесчестии. Мы терпим голод, а вы крутые, мы трудимся руками. То есть он говорит, каждый в своем пути перед Господом делает так, как у него получается или пошло. Кто-то full-time на работе, кто-то full-time в служении, кто-то частично в том или в другом, кто-то использует свой дом, и помните, в одном месте есть свой персональный компьютер, чтобы раскручивать имя Иешуа. Он говорит, это может быть не совсем правильно, но пусть и так будет, только бы имя Господне. Он говорит нам по-другому: слушайте, каждый даст отчет Господу, но вы сейчас лучше позаботьтесь о том, с каким сердцем и с каким мотивом вы это делаете, что у вас есть лев, сердце, верность. И тогда вы будете видеть большое благословение. И он говорит: и хотя у вас тысячи наставников в Иешуа, но немного отцов, я родил вас. И вот здесь я вижу те же самые слова, интерпретирует Раши для Моисея. Эта глава не описывает ничего об детях Моше, но дети Аарона становятся детьми Моше, потому что он всегда для них был верным наставником. Я хочу сказать, особенно тем, которые учат других людей Писанию, люди могут косячить. Такое явно ёмкое русское слово «косячить». Могут делать самые разные вещи, которые могут быть странными. Но если вы верно изливаете им свое сердце и через ваше сердце Писание, вы их отцы, и вы увидите добрый плод. А если и они поймут эту верность, и они станут отцами, и они будут выливать добрый плод. И я хочу поблагодарить Творца за моих отцов, за моего физического отца, который тоже я не всегда был мягкий и пушистый перед ним, и за моего духовного. Это знаете что? Это большое благословение. Это как две
мощные опорные балки, даже не палки, а балки железобетонные, на которых ты можешь, опираясь, стоять и двигаться вперед. Немного, вот еще много лидеров, отцов немного. Пусть Бог поможет нам для себя избирать. Я хочу быть отцом. Я хочу чувствовать по-отцовски. Я хочу прикладывать, я хочу, чтобы народ поднимался, укрепляясь в Господе. К сожалению, мы все немножко тфуким, стукнутые нашим наследием. И нам важно передавать это исцеление. Окей, это второй урок, и я его назвал «Отцовство». И третий урок, который я хочу сейчас сказать и на нем закончить, это пребывать в свете. Вы знаете, эта глава как бы о свете, о тьме ничего не говорит. Очень часто в пониманиях людей, когда они слышат слово «тьма» или «тьма духовная», или «тьма века сего», как один автор популярный пишет книгу, я забыл, как этого автора зовут, если кто-то вспомнит, скажет «тьма века сего», там про ангелов, про это, я лет 15 или 20 назад ее читал, такая художественная, популистская. Когда мы слышим слово «тьма», мы чаще всего ассоциируем это с грехом. А когда мы слышим слово «свет», мы чаще всего ассоциируем это с праведностью, с Божьим светом, с хорошими делами и хорошими поступками. На самом деле Писание не совсем об этом говорят, когда используют термин «тьма» и «свет». Мы знаем, что такие термины записаны и легко их найти в кумранских записях. И те, кто составлял эти записи, очень много во времена первого храма медитировали и думали о этих вещах. И даже есть целые отрывки, которые называются «Война света и тьмы». Даже Иешуа в свое время, когда он сделал коммент про вот эту определенную группу, непонятно кого, назовем их кумраниты, но или есеи, он сказал, помните такие слова, что «сыны этого мира» бывают чаще мудрее, чем сыны света. И в данном случае, когда он сказал «сыны мира», можно сказать «сыны тьмы» бывают умнее, чем сыны света. Павел, когда использует слова «тьма» и «свет», он использует их примерно в таком контексте. «Благодарение Богу, что через Иешуа Мессии вы, бывшие во тьме, пришли в чудный божественный свет». Это в Колоссянах записано это слово. Тьма и свет – это не грех и праведность, это что-то другое. Тьма – это пребывание вне Бога. Это избрание быть вне Бога впервые, ну, в массированном таком охвате. Это случилось, так как я вижу Писание, я не буду сейчас касаться Адама, который там поел из этого запретного плода, потому что мы толком не понимаем, что было, и мы знаем, что после Адама призывали имя Господне. Мы не думаем, что это было до потопа, потому что Ноах, он был человек праведный, но и там были еще люди праведные, которые, наверное, перед самым потопом умерли. Но интересно, что помните Вавилонская башня, когда все народы собрались вместе и сказали, мы построим себе имя пред Богом. То есть по другим интерпретациям мы отвергнем Бога, мы себе воздвигнем имя, а его мы проигнорируем. И после этого вся вот эта масса людей оказалась в тотальной тьме. То есть это не значит, что они все там были плохими людьми. Совершенно нет. Там была масса хороших людей. Но они всем этим коллективом оторвались. Они сказали, Бог, ты нам чуждый элемент. Интересно, и раны от этого мы до сегодняшнего дня хлебаем. Но что интересно, в истории человечества такое случалось неоднократно. Случалось, я не буду входить в очень древнюю историю, но во Франции, когда они там свергали монархов, и Робеспьер провозгласил, что нам не нужен Бог, мы будем строить республику на законах человека и чести. А потом случилось что-то подобное, про что мы уже знаем. Помните рождение СССР или коммунизм, который был? Там то же самое. Сказали, мы, у нас много грамотных, образованных людей, мы сделаем свою добрую конституцию, и Творца мы просто уберем. Бога нету. Поэтому многие из нас
родившиеся в русскоязычном Галуте, до сегодняшнего дня имеют в самих себе массу мерзостей, про которые мы даже толком не знаем. Они всплывают периодически в нашем гневе, или в наших страхах, или в наших сомнениях, или в способности быть верными, в неспособности понимать простые божественные слова, потому что внутри все там, где-то на духовном уровне обезображено. Это тьма. Тьма, когда ты вне Бога. Свет. Свет – это вот написано в Писании: призвал Бог Авраама, и его дети, и его внуки, и его правнуки. Что, они там все были хорошими людьми? Совершенно нет. Они там тоже косячили по полной программе, но они были в области света. А в области света светит божественный свет, и есть исправление, есть возможность исправиться, есть возможность измениться. Так вот, когда читаю вот эту главу, где Господь устами Моше выстраивает священодейство, Он дает Израилю ключи к этому свету. Подобно как Иешуа сказал: «Вы свет и вы соль». Дает участие в этом свете. Когда Иешуа рождается, помните, был такой Шимон Ацадик, который взял его на руки. Про этого Шимона даже в ортодоксальной литературе есть пометки в Талмуде. Это тот же самый Шимон, Симон, который взял его на руки и сказал: «Сей лежит на восстание и попрание многих». И потом сказал: «Он для восстановления славы моего народа Израиля и для просвещения». То есть те во тьме, а им надо дать свет. Вытащите язычников, восстановить Израиль, исцелить Израиль. Короче говоря, все это здесь, на страницах этой главы в чисел, где Моше дает постановление сынам Аарона: вы это делаете, а вы это, а вы это, а вы это, а вы это, в единстве. Вы все колена вместе со своими дарами поддержите огонь, не левитов, мой огонь, каждый подарок. И тогда вы сможете видеть своими глазами, как свет Божий наполняет вас и рассеивает тьму. Когда некоторые из нас слышат про борьбу тьмы и света, то у нас такие возникают Star War, космические звездные войны, бои с мечами и со всякой этой ерундой. На самом деле, в войне света и тьмы нет никакой агрессии. Если ты находишься в свете, то этот свет сам действует. Этот свет назван в другом месте благоуханием. То есть как благоухание работает? Вот ты взял на себя духи, побрызгал, ты же не даешь себя понюхать подмышкой никому, правильно? Ты просто стоишь, но если на тебе есть правильная доза духов, то это на расстоянии просто чувствуется. И это лучше, чем чувствовать чужой пот. Понимаете? То же самое с этим светом. Та же тема. Если ты стоишь в этом свете, игнорируя тьму, во-первых, это исцеляет тебя. Во-вторых, этот свет протекает дальше, чтобы давать надежду и давать победу. Я хочу закончить словом, которое записано, на основании чего все это вот существует. Не из Торы, а из Нового Завета, Иоанн 3,16, все его знают. Так возлюбил Бог мир, что не пожалел Сына Своего, но дал нам царапать то, с чего мы начали сегодня, на нем, на Сыне, чтобы каждый был спасен. Я надеюсь, что каждый из нас будет искать любовь Божью и стараться быть участником света. Я хочу помолиться. Авину Шебашамаим, прошу у Тебя Твоей милости, помощи, направления, верности. Помоги нам быть верными Тебе. Я прошу Тебя, Небесный Отец, помоги нам быть верными Тебе, ходить перед Тобою и ища. Быть в поиске.
света и сотрудничества со светом. Я благодарю Тебя, Иешуа, что Ты даешь нам этот свет, Ты источник света. Прошу за каждого, кто нуждается в этом свете. Я нуждаюсь в этом свете. Помоги нам быть верными, помоги нам правильно говорить друг с другом. Дай нам, Господь, светиться. Я молю Тебя о сверхъестественном проникновении и о естественном выражении. И сверхъестественном тоже, если Ты позволишь. Башем Иешуа Хамашиах. Башем Иешуа Хамашиах. Аминь.